Всем приветик, с вами Ляр. Сейчас мы будем играть в новую версию демки второго переделанного Варкрафта. И первое, что мы видим, это две модельки орка и человека, которые так неплохо подобраны для этого фона. Стоят такие напротив друг друга, сразу видно две воюющие стороны. Также в этой версии демки у нас увеличилось число карт, которые мы можем поиграть. То есть мы как бы можем поиграть в компании. Как бы в компаниях тут пока что только по одной миссии имеется. Компания людей довольно скучная. В ней можем мы построить только 4 фермы и казарму. Ну, кто проходил второй Warcraft, знает, в чем заключается соль всех компаний, поэтому я могу не объяснять. В первой миссии орков нам надо спасти Грома Хеллскрима. То есть только первая миссия, и все пока что. А вот в одиночных миссиях и в мультиплеере стало чуть побольше карт. Вот видите, тут чуть побольше одиночных. Ну, есть даже демо-карты. Вот такое вот большое количество демо. Синглплеер. В них довольно интересно играть. Мультиплеер. То есть стало более разнообразно, чем в прошлой версии. Во все это мы как-нибудь сыграем. Давайте пока что кампанию. Первую миссию орков попробуем. Альянс пробовать я не хочу. Как я уже сказал, это довольно скучно. Карта там маленькая. И постройка базы как бы такого интереса не вызывает. А вот прохождение отрядом огров среди лесов и сражения с другими орками — это уже более-менее интересно. Глава называется «Убийца призрачной луны». Сложность можно выбрать. Давайте сложный, все-таки мы не слабаки. Уже играли во второй валик. Еще на приставке. Видим карту Дренора. Дренор, Красный мир, акт 1, то есть глава 1. Несмотря на то, что старший шаман Мерзу имеет ранг главнокомандующего Дренора, ваша роль убийца в клане Призрачной Луны заставляет вас вести их армии в бой. Мерзу обнаружил, как образовалась расщелина, и теперь носится с идеей не только об открытии пути в озеро, но и о создании новых порталов и нахождении новых миров для завоевания. Вы должны подчиниться приказу рыцарей смерти, которые хранят знания, чтобы построить темный портал. Предатель маг Огрим Магор из клана Веселого Черепа захватил контроль над этими темными солдатами и теперь хочет создать сильное заклинание с помощью их смертельной магии. Его жизнь должна стать расплатой. Несмотря на то, что у нас нет драконов, мы узнали, что Гром Адский Крик, вождь клана Песни Войны, был пойман кланом Веселого Черепа. Держится ими в плену. Сопроводите его, и он поможет вам. Как видите, здесь есть перевод на русском и очень красивая, хорошо подобранная озвучка для орков. Мне она очень понравилась, надеюсь, вам тоже. Ну, цель миссии, как я уже сказал, сопроводить Грома Хеллскрима. Давайте начнем. Идет небольшая подзагрузка. На фоне звучит музыка из второго Варкрафта. То есть как бы она сразу же сменилась. И вот наш с вами отряд. Тут как бы немного другие грибочки, не такие как в оригинале. Но мне кажется, они даже более приятны глазу. В принципе, здесь все более приятно глазу. Наш отряд состоит из орка-пехотинца, 4 тупых огров. Я называю их тупыми, потому что они еще не маги. И рыцаря смерти. Давайте их выделим циферку 1. Рыцаря смерти выделим циферку 2, потому что он владеет заклинанием Кольцо Смерти, которое может наносить огромный урон. Еще мне нравится то, что тут расписаны характеристики. Добро
Вот рыцаря смерти желательно не терять. Желательно не терять, потому что он очень много урона будет наносить по врагам. О. Еще хочу заметить, что у тролликов, ну вообще не только у тролликов, у некоторых юнитов здесь разные иконки. Вот заметьте, у него как бы лицо здесь белое, а у других троллей будет еще и красное, там, допустим, лицо. Красный цвет раскрашено в оранжевый. Вот это вот кольцо смерти. Могучая штука. Вообще, вот по этим лесам ходить довольно интересно, потому что не знаешь, куда пойти. Ой, куда ты, Огр? Так, тут свинотвари ходят. Вообще... Во втором Варкрафте, вот как бы... Еще во втором Варкрафте была некромантия, да? Рейзеры смерти могли воскрешать этих мертвецов. Ну, то есть скелетов поднимать. И вот эти вот нейтрально-пассивные юниты, такие как тварь, котик, овечка, они были довольно полезны. Когда ты, допустим, прибегаешь на базу к Альянсу, ну или к другому орку, а... Тебе надо просто наспамить юнитов. Ты вот просто убиваешь кучу овечек или кого-то еще, кто пасется рядом. Вау! Это что там такое было? Вот заметьте, у них сейчас оранжевая морда. И у этого как бы тоже... Оранжевая там подсветка. Ну, то есть они немного другие. Давайте тоже в один все выделим. Там, короче, какая-то орудийная башня стоит. Нет, понял. Эй, нам эту орудийную башню надо будет как-то уничтожить. Какая взяла одним выстрелом. Долбанула мне орка. Я вот не пользуюсь заклинаниями. К сожалению. Так, и это у нас кто? А, вот это вот гром Хеллскрим. У него тут такой скрипучий голос. Давайте здесь еще побегаем.
Я, стойте. Тут же у нас пилорама троллей. Это теперь все наше, и мы можем сделать улучшение на топорики. Это вот я помню. То, что тут находится пилорама. Я хочу еще вот сюда сходить, в середину, чтобы посмотреть, что там. Я специально взял его, потому что у него 240 хп, это довольно много. А, там катапульта, вот в чем дело. Yes, master. We're being attacked. You got me. All right. We're being attacked. Я думал, тут башня какая-то орудийная, тут катапульта. Я очень много потерял воинов из-за этой катапульты. Yes, master. Давайте всех уничтожим. Везде пройдемся. Теперь нам нужно, можно идти либо сюда, либо сюда. Я так-то могу сейчас этим кольцом всех убивать. Make it quick. Of course, master. Бам. Very well. Okay. Yes. Так, это у нас еще ребята из нашего отряда. Мы можем пойти вот сюда вниз, но у нас там вроде ждут неприятности. Ну, короче, видите, мне по сути огры-то не особо нужны были. Вот тут противники у нас. Эй, тут как бы ничего нет. Но я просто всю карту исследую. Я хожу там,
туда, по сути, ходить-то и не надо. Хотя можно было вот еще сюда пойти. Давайте так и сделаем, громко сюда входим. Хотя тут, скорее всего, будет противник. Посмотрим, что здесь. Может, тут еще кто-нибудь? Ой. Эй, у меня 60 хп. Ну и тут, короче, подрывная бригада. И... тролли. Так, а вот это уже опасно. Вот это можно все подрывной бригадой, по сути, взорвать. Всех вот этих вот чуваков. Давайте этих отведем сюда. Yes, master. Very well. Very well. Of course, master. Of course, master. У него один хп. Of course, master. Его один хп. Терять его точно нельзя. Ладно, давайте так прорвемся. Я говорю, все это можно было сделать подрывной бригадой. Все это было бы намного, намного проще. Ну и как бы вот, мы посмотрели всю карту. Вот такая вот первая миссия за Орду. Все, победа. Теперь давайте поиграем вот в эту вот одиночную миссию. Ну, пускай будет третья. Я тут буду
в одиночку против двух компов сразу же. Погнали. Постараемся в одиночку одержать победу над двумя противниками. Надеюсь, у меня получится. Хотя не знаю. Вот как бы в третьем Варкрафте это очень легко сделать. А вот во втором, к которому я еще не привык. Да, привыкнуть надо. Все потому, что здесь немного другое управление. Yes, okay. Alright. Так, у меня как бы уже есть пилорама. Так, надо все тут разведать. Интересно, вот смотрите, тут стоят как бы эти башни дозорные, и непонятно, где противник. Давайте эти будем улучшать, нет? Скипа? Есть. Так, кузня у нас есть, это вроде бы все есть. Okay. А литейная? Литейной нет. Вот здесь еще надо сюда верфь построить, поскольку это, по-моему, разные реки. Скипа? Да, видите, они не пересекаются. Как-то странно. И, насколько я помню, вот эти вот камни нельзя сломать. Так, надо в казарме построить двух рыцарей. Рыцарей довольно мощные юниты. Давайте кучу рабочих еще сделаем. И улучшим главное здание. А, оно 2000 стоит. Так, надо все разведать, посмотреть, что происходит, и сделать разрушитель. А, тут не пройти. Я как бы запер. Ну-ка, здесь что тогда? Так, а тут уже противник ползает. А с этой стороны я могу пройти? Просто здесь как бы наши ребята рубят лес. Но тут тоже. Ну, видимо, я только сюда могу. Опа, меня кто-то атакует. А, я знаю, кто меня атакует. Черепашка. Надо тогда баллисту делать. С черепашкой неудобно. Ей нужен транспорт. Блин. Такой берет, ломает меня. Прекрасно. А, надо сделать литейную. Сейчас мы черепашку сломаем. Гигантская черепаха-орка. Баллистой топить черепахи очень легко. Так. Давайте здесь. Вот это такое. С этой стороны, наверное, тоже противник. То есть они как бы меня с двух сторон окружают. Ну, скорее всего. И мне нужен транспорт. Давайте вот сюда его воткнем. Транспорт. И очистительный завод. Так, вот этих двух рыцарей. Транспорт. И надо здесь проверить все. Все, что здесь есть. Underway. Underway. Как бы тут тоже есть дирижабли гоблинов, но они, понимаете, не перевозят людей. Людей тут перевозят только транспорт. Ну, в смысле, вот эти вот. А, тут тоже ничего нет. Тут тупо лес. Окей. Ну, значит, эту башню можно не улучшать. Так, я думаю, мне нужны вот эти вот башни. И, наверное, еще баллиста нужна. Баллиста. Так, давайте сюда высадимся, на этот остров тогда. Проверим, что здесь. Я даже не знаю, мне нужно строить корабли или нет. Давайте вот эту башню.
И что я еще могу новенькое это? А, вот. Okay. Мне, короче, надо вертолеты гномов. Рыцари очень быстро передвигаются, они как бы тоже хорошие разведчики. Опа, на. Тут есть шахта. Отсюда рабочих. Так, давайте крестьян сюда отправим. Отправим сюда пацанов. И пускай они там будут. Yes, my lord. My lord. Okay. Сломалось, по-моему. Или мне кажется. Так, конюшни у нас уже построены. Нам вот это надо построить. И еще улучшим главное здание. Сейчас, короче, здесь. Главное здание воткнем. Вот так как. Едь сюда. Work completed. Righto. Так, быстренько достроили. А, они, видимо, не могут. Здесь слишком узко, чтобы втроем ходить. Я правильно понимаю? Или нет? Все нормально. I, Captain. For the King. Так, здесь тоже все обследуем. А, тут тоже заперто. Я так понимаю, я вообще огорожен и могу только через воду. Но там черепахи. Через черепахов сложно будет. Надо вот урон баллистам улучшать. И прокачивать главку себе. Вот блин, у меня рудник сломался. Это фигово. У меня получается... А, нет, у меня есть еще один рудник. Я хотел сказать то, что у меня только последний остался. Но это хорошо, у меня еще два. Эх, давайте сюда отправим. Так, здесь строим. Как бы ничего не... Ладно. Сажаем их сюда. Ну и в принципе, мне нужен сейчас вертолет для разведки. Так, делаем грифонятину. И разведываем, что там у орков. Ой. Ой! Вы посмотрите, как у них много кораблей. Ну тут кораблями к ним никак не прорваться. Надо чисто драконами. То есть грифонами. А где еще один орк? Тут, наверное. Да. Ну, это просто пипец какой-то. Окей. Так, надо, короче, башен понаставить. Понатыкать кучу башен. Они могут ко мне сейчас ворваться, прилететь, и все будет очень плохо. Давайте еще рабочих. И нам нужно лечение. И нам надо как бы башню магов. Как бы.
Ладно, давайте вот этим полетим и постараемся что-нибудь сломать. Этих сюда отправим. Милорд. Так, нам надо еще одну ферму. Так, ну, мне кажется, еще надо паладинов для кучи. Ей хотя бы не помогу. Стараемся, по крайней мере. Ой, отходи, баллиста. Далеко стреляет Джиггернаут, конечно. Вот так вот будем их сносить. Медленно, медленно. Давайте еще кучу телефонов сделаем. А, мне не хватает. Мне же сломали ферму. Так, давайте еще тогда ферму. Так, вот этим надо сюда подлететь. Сюда-то. Сейчас мы этим тут нанесем урон. Блин, пипец. Как же их много. Надо еще уранчик скачать. Уран штука хорошая. Отойди. Так, теперь мы можем, если что, субмарину делать. Я не думаю, что мне это надо. Мне вообще надо прокачивать броню своим воинам. Так, я как бы скачал буран. Сейчас мы его используем.
бранд штука очень мощная. Эй, полез. Урана и будем дышать. Так, эти тут у нас втроем. Давайте главку не снесем. А я могу еще? Блин, у меня 5 не хватает ферм. О, я, короче, хотел спросить, могу ли я еще делать эти? Так, они уж тут друг по другу ждут. Ну неплохо у нас получается, неплохо. Мне бы еще баллисту как-нибудь починить. Я хотел побольше баллисты делать, кстати. Yes. А баллисты-то чинить нельзя, да? Right. Да. Вот эти башни вот. Перестал золото. Ай! И дальше рубим. Ой-ой-ой, отходим. Так, вот этих вот надо сюда и к паладинам. Пускай они их лечат. Я не знаю, стоит ли прокачивать вот эти вот заклинания. Вот невидимость, если только. Давайте побольше этого качаем. Надо атаку баллистом качать. Она обязательно нужна. Sire,
quality. At your service. Да блин, камера так резко двигается. Они меня друг друга сносят. Телефоны. Вот это вот самое плохое. Телефоны, потому что они наносят урон друг другу. Еще корабли нас преследуют. Главное, чтобы друг по другу не попадали. Ну как бы с этим-то противником я справился, а вот с синим. С синим пока что еще нет. А, эти у нас друзья ничего не делают. Шахта уже сломалась. Терять телефоны нам не надо, поэтому желательно лечить. Так, корабль где-то плавает. Вроде бы рабочих-то мы красному убили. И все, вроде красный никак уже не может мне высадиться. А не может, потому что... Нет, не стреляй. Вот своего же телефона потерял. Так, вылечим опять. Паладина. Так, эти пускай рубят лес. То есть у нас в запасе 58 тысяч. Нормальное такое число. Прикол-то в том, что кораблями я против орка никак не справлюсь. Я думал, вы понимаете, почему. Потому что у него дофигища всякого там дерьма плавает. О, видите, да? Если я поплыву, он просто все это мне сломает. Мне проще использовать драконов, а он, походу, драконов делать не может. Он как бы может высадить свои войска ко мне, но я это все убиваю баллистами. Ой, грифончик слишком близко подошел и отхватил люлей. Это уже синий игрок. Ну все, ой, вон отойди, отойди, отойди. У нас как бы дерева довольно много, нам должно хватить. От красного остались лишь вот эти вот. Значит, надо сначала красного победить. Ладно, делаем грифончиком. Эй, мне кажется, надо вот еще здесь немного рыцарей сделать, чтобы удобнее было летать.
Блин, как-нибудь магов бы высадить сюда. Но я не думаю, то, что получится доплыть. Ладно, давайте просто грифон. О, транспорт появился. И мы вроде все улучшения сделали. Ну, кроме вот этих. Я пока что не знаю, нужны ли они мне. Урон, конечно, офигенный. 130. У баллисты. Убил 15. Давайте сначала пилораму сломаем, чтобы он не делал троллей. Потому что вдруг он тролликов делать начнет. Не надо. Троллики будут по нам стрелять. И теперь уже можно вот это. Так, надо постараться сейчас это сломать. Отойди, грифон, отойди. Сейчас красного уничтожим. Ой, минус грифон будет. Ой, не будет. Сразу не будет грифона. Потому что очень много там кораблей. Вопрос, как мы с кораблями-то будем драться. У меня как бы очень много деньжат-то. Главное нормально контролить. Так, этих зацепили. Где там вертолет? Но я как бы могу сейчас взять, построить вверх, будет там. Тут очень много урн. Нет, их надо еще как-то убить. И здесь еще вот урн. Так, здесь синий развивается.
него уже две главки стоят. Ох, как много рабочих карт. Где-то будет мясо. Короче, все прикольно. По сути, он должен был высадиться ко мне. Таким количеством войск. Не, ну а давайте так сделаем. Построим сейчас вверх. Я даже не знаю, как я буду. Как я буду сюда приплывать? Да, их несколько раз надо прокликивать. Ну как бы победа. Ну и да, в принципе, мы победили. Я думаю, тогда можно на этом закончить будет. Как бы мы парочку миссий прошли. Все очень даже неплохо. Давайте пока еще телефонов предлагаем.
две было. Глупые рыжебородые гномы стреляют друг по другу. Эти жигерналки. Ну и осталось только эти здания уничтожить и все. Так, давайте. Эй, вроде бы все. От компа ничего не осталось. Какая тут цель? Уничтожить всех врагов. Тут всех врагов еще очень много. Видели, сколько у него кораблей? Ладно, сейчас попробуем. Давайте сначала исцелим их. Хотя я, знаете, как могу сделать? Вот транспорт сейчас покупаем. Делаем магов. Do you need assistance? All right, your request summoned me. Просто делаем магов. И с помощью этих магов уничтожаем эти корабли. Потому что эти маги, они своими заклинаниями наносят колоссальный урон. Можно еще баллист, конечно, будет подвести. What is it? All right. Skipper? Underway. Aye, aye, sir. Very well. Я сейчас просто все это бураном прожигаем. Very well.
it. Very well. What is it? All right. As you wish. Very well. Блин, у них, конечно, дальность стрельбы огромная. Мне нужен гномий вертолет. Хотя... What is it? Very well, very well. All right, as you wish. As you wish. Do you need assistance? What is it? As you wish. As you wish. All right. All right. As you wish. All right. All right. Do you need assistance? Very well. As you wish. Very well. All right. Your request. As you wish. All right. As you wish. As you wish. All right. All right. All right. Very well. Do you need assistance? As you wish. All right. All right. Your request. As you wish. All right, as you wish. All right. All right. As you wish. As you wish. Your request. All right. All right. Very well. Very well. All right. Ну, не все, конечно, там еще дофигища этих. Your request. Very well. Very well. As you wish. All right. Very well. As you wish. Very well. Very well. As you wish. Very well. Do you need assistance? All right. As you wish. All right. Very well. All right. All right. As you wish. All right. Сейчас баллиста еще подвезем. Эй, будем тут по всем шмалять. По всем, кто будет рядом. I, Captain. What is it? As you wish. All right. Окей. All right. Над ним выстрелом убил его мага. As you wish. Very well. All right. As you wish. Very well. Very well. All right. Так. Так.
Вообще это легкая миссия. Я победил. Ладно. Давайте на этом закончим. В общем, этот Warcraft очень-очень классный. Миссий здесь просто зашибись как много. И во все хочется поиграть. То есть, смотрите сами. Вот это вот одиночные миссии, в каждой из них есть как бы какое-то определенное задание. То есть это, можно сказать, как отдельная кампания, которую можно проходить по очереди. Все это очень даже классно. Ну и плюс вот это вот мультиплеер. Можно просто поиграть с компом. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Возможно, в дальнейшем я попрохожу все эти миссии. Постараюсь, по крайней мере, пройти, потому что компьютер здесь бывает очень сильным, очень сложным. Да и во второй Warcraft я играю плохо, в отличие от третьего. В общем, посмотрим. Всем до встречи. Всем пока.